Потом сейчас все чаще его задают, анонимно ли все это, понимаешь? Да фиг его знает. Ну нет, ну то есть, опять же, стопроцентной гарантии нет, поэтому используйте VPN. Ну и где-то в публичных пространствах не пишите, что там ник там Вася Пупкин 88, который вот здесь на форуме продает там какие-нибудь паспорта, а тут он на форуме продает там телефон. Там, не на форуме, а где-то на Авито там продает телефон. Вот, то есть вот такой глупостью-то не занимайтесь. Вот, то есть и там у себя там ВКонтакте не ставьте там Вася там 88, это мой Телеграм, пишите мне там. То есть как бы, соответственно, если вы какие-то дела делаете, то у вас должен быть личный Телеграм под это. Ну, то есть должен быть личный Телеграм и рабочий Телеграм, в котором все происходит. Вот, потому что, ну, так, тех же самых наркоторговцев так и палят. То есть, допустим, запрашивают, ну, раньше палили, сейчас-то все поумнели уже давно, запрашивают там кошелек Киви для оплаты, потом берут этот кошелек, ну, просто закидывают на Авито, смотрят, а там Вася недавно продавал ботинки, кроссовки, сотовый телефон, и поэтому как бы можно к нему наведаться. Причем... Там номер его будет и прочее. Ну, вы плюс Авито айпишник выдаст. Да, а Авито это уже как бы, ну, скажем так, белый сайт, который по запросу органов в один момент выдаст.